Добрый вечер, друзья! Приветствуем вас сегодня вечером. У нас уже солнце немножко садится. Кошечки наши, собачки там уже блаженствуют, потому что жара наконец-то ушла, так как садится солнышко. И мы, конечно же, отдохнули в обед. Было очень жарко. И сели на воздушке попить компотик. Да, Александр, давай. Прохладненький компотик у нас. Ай, после такого жаркого дня, да, в Одессе, конечно, наступила жара. Холодненький компотик, супер. Да, да. Ты уже выпил. Тебе сейчас надо добавку уже добавлять. Да, конечно, красота, когда солнце садится, когда жара уходит. Потому что днем просто невыносимо. Мы сидели целый день, кондиционер работал. Это вообще ужас. Цветы наши тоже бедные, поникли тут немножко. Сейчас я их полила, и они, конечно, от жары отходят. Ну, а розы там, конечно, посмотрите. Розы там цветут вовсю. Розам все нипочем. Вот, поэтому сидим. Яблочки, кстати, наши с дерева. Белый налив. Такие сочные. У нас сейчас пошли огурцы. Мы с Сашей огурцами наслаждаемся, да? Мы те года сажали, но у нас как-то особо не было. То сильно была засуха, и они пересыхали. А в этом году, конечно, были дожди, и у нас немножко урожай пошел. Мы сейчас там срываем. Я вам, конечно, сейчас покажу. И помидорки вот здесь вот у нас. И там на огороде кусочек. Мы вообще не по огороду, но так чуть-чуть сажаем. Поэтому я, конечно же, вам покажу. Сейчас немножко жара спала. Мы пойдем поливать, да? И, конечно, сейчас просто такое вот блаженство. Блаженство. Небо такое синее. И прохлада сейчас, когда солнце садится, дело к вечеру. Просто красота. В общем, отдыхаем, да? Да, надо сказать, что в этом году нам повезло с дождями, угу, которые пошли в тот момент, когда вся растительность, да, когда пошла, начала и расти все. И помидоры взошли, да, и да, огурцы. Как нам повезло. Как ни странно, да, в этом году. Так что надеемся, что у нас еще и помидоры будут, потому что огурчики у нас уже есть. Вот, так что сейчас мы покажем, да, Саша, покажем, сейчас пойдем. То, пошли огурцы смотреть. Красотка наша разлеглась. Еще одна красотка, и все идут следом за нами. Огурцы смотреть. И вот оно, наше хозяйство. И вот что хочу показать. Что вот они, посмотрите, какие у нас огурчики, вот какие. Ну и здесь, конечно, вот они, вот там и вот там, вот. В общем, созревают. И здесь они сильно у нас такие загустились. И помидоры, конечно, но помидоры чуть-чуть попозже будут, но они у нас такие роскошные. Вот, так что, вы видите, хозяйка в этом году старалась. Ну, надо сказать, что сыграла большую роль еще вот эта сетка, да, которая сетка натянута. Это Саша, конечно, натянул сетку, вот. И мы в этом году оказались на высоте. Ну, и здесь у нас, конечно, тыква. И я ее посадила буквально несколько штук, но она так разрослась. Я же даже не знала, что так будет. Она тут разрослась, но она будет попозже, плоды будут где-то ближе к осени. Ну, а огурцы мы уже собираем.
Так что в этом году... Вот у нас будет вертут, сколько с тыкву. Да, из тыквы будут вертуты осенью. Они у меня есть на канале, но еще будут. Так что ставьте лайки и подписывайтесь. У нас еще много будет интересного. Вот, так что вот так вот. Ну, а потом будет еще что-то интересное. Цветочком немножко покажу вам наших. Вот такие вот цветы. Герань там такая тоже красивая. В общем, все цветет, благоухает. Ну и там, конечно же, белая. Мне нравится белая петунья. Она такая прямо невеста-невеста. Ну и, конечно же, здесь помидоры. Эти такие более ранние. И, конечно, посмотрите, у нас уже вот. Вот и вот. Тут уже там красненькое есть. Вот. Так что скоро у нас будут и помидоры, не только огурцы. В общем, вот такой у нас сегодня урожай. А мы идем пить напиток свой прохладный, потому что, хотя уже вечер, но все-таки, знаете, хочется пить больше хочется пить жидкости, потому что июль и жара. Вот так вот мы проводим наши вечера летние. Ну, конечно же, иногда ходим гулять, но когда не так жарко. И на море сейчас стараемся с утра, да, Саш? Потому что днем очень и очень жарко. С утра на море, или же на рынок, или в магазин, тоже с утра. А вечерами вот так вот балдеем у нас на крыльце, среди наших цветочков, среди наших розочек. И, конечно, среди наших петуний, таких вот красивых, которые вечером раздаются такие ароматы от них. Вот. Так что вот так вот у нас сегодня проходит вечер. А солнце потихоньку садится. Что-то сегодня как-то и кукушки уже не слышно. Она, наверное... Легла спать. Она уже, наверное, собралась спать, хотя она очень часто вечером кукует. Ну, с 6 утра уже. Рано утром она как штык. Только открываем глаза и слушаем кукушку. Вы уже многие, наверное, знаете. Иногда хочется сказать, ну неужели я буду жить до 200 или до 300 лет? Ага, непрерывно кукует. Непрерывно кукует. Так что, я, конечно, мы желаем всем многих лет хорошей, достойной жизни. Вот такой, как у нас с Сашей. Да, вот такой вот. Пусть хороший, ваши кукушки тоже кукуют. Да, пусть ваши кукушки кукуют вам очень много и много хорошей и здоровой жизни. Ну, а там потихоньку солнце садится, и на небо всходит луна. Там где-то ее еле-еле видно, но еще чуть-чуть, и вы ее увидите тоже. Кстати, сейчас луна растущая, молодая. Да. Так что сейчас мы вам ее покажем. И надо выходить еще... с кошельком. Да, с кошельком, с денежками. Так что сейчас еще немножко, и она будет видна. А вот и вечернее небо, и на небе зашла луна. Вот такая вот сегодня луна. И вот закончился день. Вот такой закат солнца. Вот такая вот красота у нас.